Всем привет, вы на канале Crypto Commons. Это будет важный видос для тех, кто торгует. Как на бирже Femex, по нашей ссылке из описания, за 0% комиссию на марже торговать, собственно, альткоинами. Смотрите, что здесь можно сделать. Вот у меня сейчас здесь есть в кошельке, в маржинальном. Вот у меня здесь в кошельке в общей сложности лежит Total Balance. Это не то, это уже второе плечо. Вот Net Equity у меня, это 2800. Они лежат у меня в Dash, в Audio и в USDT. Значит, и в Троне. И немного в Waves. Вот, ну в какой-то там пыли еще. Ну короче, суть не в этом. Суть в том, что есть некое обеспечение. В сумме оно равняется, да, примерно там трешке. На него вот занято еще 2500. Но в целом, что вы можете сделать, пойти в Borrow и одолжить здесь у биржи не только биткоин или тезер, а все остальное под, внимание, 0% интерес. Для сравнения, ребят, чтобы вы понимали, на Байбите, если я сейчас что-то буду покупать с плечом, или на Битгете, и на других биржах, там будут проценты приличные в час, там 0,02 и так далее. На Фемиксе уже фиг знает сколько времени длится такая акция. И что мы можем здесь сделать? Мы можем занять вот максимум 4100 тезера. Давайте так сделаем. Ну давайте не прям максимум, а 4000 займем. Это все равно будет дохрена. Вот, у нас риск сразу, смотрите, упал на, с 2 с чем-то на 1.44. То есть теперь у нас есть риск ликвидации. У нас занято в тезере 6500. На общую net equity 2900 сумму средств, да, которая тоже плавает, потому что мы в альтах в основном сидим. Ну и в тезере тоже. Что мы можем теперь делать на этот тезер? Смотрите. Мы можем на него просто тупо накупить альтов, конечно же. Но также есть уникальная опция. Это идем вот в margin trading. Мы можем накупить альтов и ждать просто тихонько в третьем, в пятом плече там в своем, своих тузамунов. Я, собственно, так и хочу сделать. Я сейчас по маркету хочу купить 50 дэшей. Вот здесь меняется с USDT на дэш. Посмотреть, насколько пропамплю стакан. Дисклеймер, не финансовый совет, конечно же. Вот, я купил по маркету... На минутках, ну даже сильно не пропампил, на несколько копеек. Стакан, вот у меня 100 дэшей, и у меня остается еще в обычном режиме, даже не в автобору, 3700 USDT. Собственно, у меня еще также здесь был открыт хеджевый шорт по BNB, смотрите, но BNB сейчас начинает расти, поскольку весь рынок растет, и у меня долг перед биржей в BNB, то есть вот если я нажму Repay, я должен оплатить... 10 BNB, как вы можете видеть. Так что я пока хочу купить BNB назад. Купить 10 BNB. И закрыть перед биржей лучше этот долг. 9.99. Все равно вот здесь скрытая комиссия получается. Видите, мы без комиссии покупаем, продаем. Но скрытая комиссия присутствует. Я не понимаю, где, в спреде или почему это сейчас произошло. Короче, 9.99. Делаем репей. Собственно, закрываем практически весь долг в BNB. То есть временно закрываем шорт по BNB. Я жду, что BNB на фоне всего импульса сейчас отскочит куда-нибудь долларов на 300, может на 400. И вот оттуда его можно будет прекраснейшим образом пошортить, продать и купить другие альткоины, как вы уже поняли. То есть это получается кросс-пара, это получается кросс-трейд. То, что мы с вами и ждали. Можно также купить просто битка на этот занятый тезер, потому что сейчас он будет расти, я думаю, или эфира. Там, я не знаю, эфира классика, дота, чего еще не выросло. Дот еще не вырос особо. Можно прикупить чуть-чуть дота. Ну, можно чего-то того, чего нет на Байбите, в инверсе. Посмотреть, что. Uniswap, кстати, хорошо пошел. Напишите в чате или в комментариях, когда вы смотрите это видео, чего бы купили вы. У меня здесь все очень старомодно. Dash, Litecoin, это может быть. Аудио у меня здесь есть еще, кстати. Вот аудио я бы добрал. Audio USDT тоже очень-очень неплохо идет, и все еще на самом деле валяется внизу. Поэтому аудио нужно добрать хотя бы немного. Хотя бы 3000 контрактов. Вот, и у нас все еще остается 673 тезера, чтобы чего-нибудь добрать. Либо погасить долг на самом деле, чтобы снизить риск, надо это тоже понимать. Здесь у нас еще есть Waves на этом аккаунте, по-моему, и Tron. Waves как себя ведет? Waves, кстати, растет, хоть и упирается в сопротивление. Ну, короче, я думаю, что вы поняли. Да, Waves сейчас покупать точно не надо. Хотя он, может быть, и стрельнет наверх. Но я, наоборот, его, может быть, лучше продам. В какой-то момент он так уже подрос. Вы поняли схему. Если вы видите, что какая-то монета очень сильно улетела наверх. Ну, сегодня таких нету, да? А, вот, 24 часа. Вот, GRT, допустим.
Если вы видите, что очень сильно улетел GRT, и вам кажется, что он будет по нему шорт, да? И вы можете поставить сейчас лимитку на свой тезер, продать GRT, которого у вас нет, в режиме автобору. То есть вот у вас GRT будет sell в режиме продать. Вы сможете продать. Нифига вы, да, не сможете продать. Потому что, да, потому что надо отдать долг в USDT. Все правильно. Идем в USDT, repay, покрываем долг USDT, часть долга покрываем. Вот, и он нам даст вот зашортить 2000 монет GRT условно. Не надо всю 20 тысяч монет, да, или сколько? 2000. Не надо на всю котлету, естественно, шортить. Ни по 0.16 нигде. Но, грубо говоря, вы можете захеджироваться. Вы можете ему сказать, шортани мне 500 контрактов по 0.15 GRT, и вон появится ордер. И по 0.16, например. Ну, то есть. Понимаете, да, о чем речь? Вы можете продать, это же не фьючерсы. Это спот маржинальный. Вы таким образом продадите их, он вам нальет на это тезера. Нальет на это тезера, вот столько. И вы потом на этот тезер можете купить что угодно. Вот, можете, у вас будет долг висеть перед биржей только в этих монетах, соответственно, вы должны будете отдать, когда она упадет ниже. То есть, это, я лично не хочу это делать, я отменяю, я просто вам показываю на примере того же BNB. На мой взгляд, BNB, ну, к битку мы здесь не видим его графика, но даже к USD, здесь просто очень короткая история на Фемиксе, нужно смотреть дневной, недельный таймфреймы. На недельном таймфрейме, да, здесь мы ничего не видим. Идем на TradingView. Идем на TradingView. И понимаем здесь, что BNB на недельном таймфрейме очень сильно к биткоину вырос. Посмотрите. На 16000%. И даже сейчас все еще на 5000%. Оттуда, где он начинал. Поэтому, да, у него будут отскоки. Да, он может пойти еще и выше. Сильно выше. Но в целом... Не знаю, я жду его куда-то ниже. Может быть, у него сейчас будет сильный отскок, и я хочу попробовать его пошортить. Может, я окажусь неправ, если будет бычий рынок, прогноз Грини отменяется, BNB отбился от тренда и пошел на новые хаи. Но я не уверен, я думаю, что будет что-то больше вот такое по Binance Coin. И это один из примеров, то есть, если вы видите очень перекупленную монету, что там сейчас, Каспа, новые хаи, да? Давайте посмотрим Каспу. Это все в моменте может оказаться новые хаи, надо тоже понимать. Но да, вот, Каспу по-любому будет шорт. Вот если Каспу можно в кросс-марже шортить, то это будет хорошо. По-любому она пойдет в коррекцию в какой-то момент, может быть, чуть повыше. Каспы нету здесь на Фемиксе, но можно найти подобные штуки, которые стреляют, и их так подшортить. Вот, надеюсь, что понятно объяснил. Портфель я сейчас свой обезопасил, отдав часть долга и закрыв эти шорты. У меня снова... У меня только теперь не против BNB, а против доллара набран Dash, Audio, Tron и Waves. Буду думать еще над этим портфелем. Пишите в комментарии, что думаете. И не забывайте фиксить прибыль. Всем профитроли, пока. Подписывайтесь обязательно на канал, ставьте лайк, стоп, тейк и Telegram проверьте подписочку.